14 апреля 1942 года издается приказ Народного комиссара обороны о мобилизации войска связи 30 тысяч женщин. В приказе отмечалось, что мужчины-связисты направляются в стрелковые дивизии, артиллерийские, танковые и минометные части. Их место займут женщины, которые будут служить телефонистками, радистками, телеграфистками, телеграфными техниками, работниками полевой почты. Маршал войск связи Пересыпкин вспоминал, что многие тысячи славных советских патриоток несли трудную солдатскую службу, делали все, чтобы обеспечить бесперебойную связь в боевой обстановке. Женщины в войсках связи составляли более половины личного состава, отмечал он. До победы оставалось 1111 дней.